снимаем на видео. Ну на какой частоте? 2,97. Четко. 3. Я же говорю, не трогая вообще настроек, я ее строил на 3,6 дома. Ну, а я здесь... говорю, четко к этим хулиганам попало. Да, 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 да. На трешку. То есть в АЭМе можно сейчас хулиганье погонять. Вот. Ну, они сейчас... Ну, на, сейчас совряд ли, на 3 да. прохода нету сейчас. Да. На 6-6-6-6 попробовать можно. Теперь идем еще. Идем еще выше. Новая информация из интернета. Ну, может, она и не новая, она старая. На шестерках сидят они сейчас тоже. Да. Хулиганы какие-то. Да, сейчас сколько их только нету хулиганов в эфире. Мне ребята все время подкидывают. Так, на 4.10 не строится вообще нигде. Причем тут 4.10? Не, ну 4-10 мегагерц. Ну, в смысле, да, так, семерка... идем вверх. На семерку не лезет. Не лезет. Так на семерку сейчас это же не встроенная антенна. Так, на 10.27 тоже ничего не строится. Идем дальше. Это ни к селу, ни к городу. Она в лучшем случае ее... Там ближе к... Самое хорошее это то, что так, 2770 тоже, показометр висит в районе, минимум у нас 4,4. Вон даже радейка отреагировала на него. Так, идем. О, на УКВЕ, боже, 101 МГц, 1,1, ну, правда сопротивление 48. Нормально, кстати. Да, и 6 реактивно. Это ну, тоже не страшно эти 6. Можно вещалку послушать. Да-да-да, можно УКВ слушать, вот такую дуру. Оно и так ловится. Так, стоп, не докрутил. Так, вниз уходи. Вниз, так, ниже 101 не строим. О, слушай, 112,5, 1,3. Официально приводные маяки. Да. Airbender. Так, ну она здесь очень...